Николай Николаевич, такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы воспитать толерантность в нашем обществе? Просто я своего внука вожу, когда по утрам в садик, я учу его, даже не заставляю, он с удовольствием это делает, всегда здороваться со всеми дворниками, которые утром подбирают мусор и убирают улицы, они все или узбеки, или киргизы, или таджики. И мы всем им говорим спасибо за чистоту в нашем городе. И он уже прямо говорит: доброе утро, спасибо вам, и Бог в помощь. Вот так вот. И они все улыбаются нам. Вот доброта и улыбка сразу, знаете, как, насколько, так сказать, сразу нас сближает. Я уже замечаю, я иду, и когда они видят, что я иду, они даже специально поворачиваются в мою сторону, чтобы дать возможность с ними поздороваться. И внук это замечает. Дальше мы с ним уже вдвоем такие вот рады тому, что здесь у нас люди, во-первых, они приносят сюда совершенно, извините меня, не пьющий образ жизни, потому что они все мусульмане, и они поэтому для них, так сказать, к вечеру они не принимают ничего, так? И с утра трезвенькие, в 6 утра уже занимаются работой. Трудолюбие, трезвый образ жизни – это моя, так сказать, тоже моя идеология. А от нас доброта? И доброта, конечно, доброта, ну, так сказать, забота о ближнем, конечно, все то, чему учит я, человек православный, но, по-моему, любой религии этому учит, правда же, доброте, и, конечно, ни в коем случае никакой межконфессиональной розни нет, потому что, как бы я не был там православным, да, я понимаю, что Бог один, не может быть там, для каждой конфессии своего Бога нет. Это Бог один, единый, каждого по-своему называет, а Он нас учит любви, доброте и взаимному, так сказать, уважению.